В зимнее время дорогу посыпали песко-соляной смесью. Она скопилась у бордюров, и даже специальный пылесос уже не может ее поднять. Поэтому приходится обрабатывать участки у бордюров вручную. Особое внимание уделяется местам, где ведутся строительно-ремонтные работы. Например, здесь рядом прокладывают велосипедную дорожку. Поручение главы курорта – поддерживать чистоту на всех этапах работ. Общая длина бордюра по обеим сторонам – около 12 километров. Задействованы 20 человек и техника. Планируют управиться за день или два. После этого можно будет запускать автоматическую технику в обычном режиме. Летом это пылесос прошел где-то местами ветродуйкой, то есть и все идеально.